«Время суток». В данном видеообзоре мы с вами обсудим сканирование небесных тел, сканирование поверхностей, добыча полезных ресурсов с планетоидов и, соответственно, логическая цепочка замыкается на добыче необходимых материалов, которые будут предоставлены инженерам для оптимизации и развития вашего оборудования, который поддерживает разнообразные корабли. Перед началом просмотра видеообзора настоятельно рекомендую посетить вам вкладку «Обучение» и «Обучающие видео». Именно опираясь на обучающие видео, мы с вами будем развивать дальнейшие видеоэпизоды. Общая логическая цепочка будет базироваться на инженере Фелисити Фарса, которая позволяет нам изначально и всем новичкам модернизировать прыжковые двигатели, обычные, маневровые, которые намного улучшат и преобразят ваши путешествия. Первоочередной базис для сканирования планет и поверхности планет – это добыча материалов, которые необходимы в первую очередь инженерам, а также для полноценного синтеза. Первостепенно это вброс ФИСДИ, который позволяет усиливать дальность прыжка на 25, 50 и 100%. Список необходимых элементов для синтеза перечислен на экране. Обычный сканер-детектор для сканирования звездной системы и всех небесных тел в системе. Сканер поверхностей. Обратите внимание, что он устанавливается в отдельную ячейку, но планета без содержания в ней минералов и микроэлементов без данного сканера невозможна. Поскольку они являются нашей первоочередной целью, то сканер поверхностей нужен обязательно. И, конечно же, второстепенная вещь – это наземный транспорт, грузовой отсек для наземного транспорта, который позволит вам высадиться на ту или иную планету или планетоид. Режим игры подразумевается под названием «Открытая игра», то есть сетевой режим совместно с живыми игроками. Для начала цепочки нам необходимо выбрать звездную систему, в которой вы уже были или не были ни разу, но имеют неисследованный планет. Сверху на планете будет надпись «Не исследовано». Давайте откроем карту. Посмотрим ближайшие системы, которые не исследуют мною. Нет данных о системе. То есть мы практически ничего о ней не знаем, но можем выделить ее как доступный и необходимый нам маршрут. Или, к примеру, вы можете в службе космопорта выделить доску объявлений, и чтобы не использовать пустой трюм и пусто потраченное время, выбрать необходимый на ваш вкус и цвет квест на транспортировку или поиск, добычу чего-либо. Соответственно, проверив перед этим, в какую систему вы направляетесь. Итак, с системой мы определились. Стартуем.
перед ходом общего обзора по добыче ископаемых на сути поведения корабля не обращайте внимания, поскольку он довольно сильно и множественно раз улучшался и ухудшался непосредственно у инженера, с которым у нас с вами будет завязка. Стартуем выбранную систему. Сканируем детектором небесные тела общего назначения. Тут у нас две звезды. Они не исследователи. Но посадку на них совершать нельзя, но мы их можем исследовать. Притормаживаем и разворачиваемся на нашу звезду. Здесь можно определить один очень хороший нюанс. Сканирование началось. Чем больше небесное тело, чем лучше у того же инженера проапгрейджен ваш сканер, тем меньше времени это занимает. Давайте просканируем вторую нашу звезду. Но здесь уже требуется подлететь ближе. Сканер поверхностей для данного сканирования звезд не нужен. Обратите ваше внимание, что сканирование сканером детектора всех небесных тел в системе – это один вид заработка, а сканирование дополнительным модулем поверхности небесных – это уже второй вид заработка. В общем итоге вы его суммируете. По личным наблюдениям 20 плюс планет – в сумме получается не менее 400 тысяч кредитов, но более 1,5 миллиона на данный момент пока не видно. Данный планетоид довольно мал, поэтому подлететь по сравнению с прошлой звездой требуется намного ближе. Данная звезда больше, поэтому начать сканирование намного проще. Данная звезда намного дальше. Карлик довольно мал, поэтому требуется подлететь чуть ли не вполне. Видим, сканирование началось. Можем притормозить и дождаться общего хода выполнения задач. Система готова. Выбираем следующую звездную систему. Дальше, ближе, на ваше усмотрение, или, как ранее обсуждалось, по выбору с элементом квеста. Давайте выберем вот эту систему, проложим курс. Заряжаем прыжковый двигатель. Расстояние 22
низкий уровень безопасности по отношению к системе, пилот абсолютно чист. Выход из прыжка на заправку. Просканируем общую систему. 24 объекта плюс 8. Итого 32 планетоида. Так, давайте притормозим, посмотрим, что мы имеем. Вполне отличный вариант. С одной звездой и множеством планет. Если у нас где Луна, для примера. Да, есть Луна. У данной планеты посадочных планет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вполне неплохая средняя звездная система. Итак, давайте в первую очередь начнем с центральной звезды. Поскольку, повторю, она больше. И большого расстояния для сканирования не требует. Далее, на ваше усмотрение, пояса астероидов можно не сканировать. Далее, можем продолжать поочередно, чтобы не сбиться, что вы сканировали, что вы не сканировали. В данном видеообзоре, естественно, каждую планету в цикле видео показывать не будем, но продолжим цепочку с самой первой. Итак, она выбрана. Ускоряемся на необходимое расстояние. Подходим для сканирования. Объект довольно мал по сравнению с другими планетами. Поэтому подлететь придется почти вплотную. Сканирование активировано. Обратите внимание, что повторного сканирования для планеты и содержания на планете элементов не требуется. Все выполняется в один проход, совместно. В системе с низким уровнем безопасности данные торможения и данные минимальные передвижения чреваты перехватом пиратов, а также криминальных личностей. Сканирование планеты выполнено. До перехода на последующую логическую цепочку рекомендуется выполнить от звезды сканирование всех небесных тел вплоть до последней. По одной простой причине, что вы уже будете иметь заработок и информацию, которую необходимо доставить далее, чем на 20 световых лет. После этого, когда каждая планета просканирована как общим ходом, так и содержимое минералов и элементов, материалов на поверхности, вы сможете определить состав материалов на планете. Слева мы видим 22% железа, никель, сера, углерод, марганец, фосфор, цинк, германий, молибден, олово и рутений. Опираясь на необходимый чертеж, опираясь на необходимость синтеза, вы производите набор материалов после посадки. Обратите внимание, что вместимость тоже не резиновая. На данный момент у меня трюм забит практически полностью, но об этом чуть позже.
сейчас мы с вами совершаем посадку на просканированную планету и ее содержимое. Как я и говорил, путешествие и сканирование на минимальной скорости возможно перехватами. В основном, конечно, делают это NPC, компьютерные персонажи. Посадка на светлую или темную сторону. Если вас не смущает путешествие при включенных фарах по поверхности, в этом нет ничего страшного. Посадка на местность. Теоретически нам интересны кратеры, разломы, разрезы и тому подобное. На долинах или обширных плоских поверхностях и участках я путешествовал мало, но кроме обычных распространенных элементов вы вряд ли что-то там найдете. Поэтому вот перед нами есть пару кратеров, возвышений, разломов, которые могут содержать метеоритное железо, а также выходы необходимых нам пластов, которых, возможно, нет на равнине. Так, выполняем планирование на поверхность. Видим и наблюдаем сверху. Слева и справа от нас разломы, а также метеоритные кратеры. Радару и глазам не доверяйте. Абсолютная плоскость для посадки вам не нужна. Вам необходимо, чтобы система посадки рассчитала касание на 4 точки, поскольку у корабля 4 посадочных опоры. При верном расчете посадка будет вам позволена. Если на каком-то участке у вас написано, что грунт неподходящий, оставьте шасси и на 20-30 метрах плавненько продолжайте движение до показа соответствующих надписей. Каньон довольно глубокий. Выше у нас стандартная равнина, но нас интересует вот этот вот участок. Плавненько опускаемся поступательными движениями. Немного вперед пройдем место обвала грунта. Посадочное место вполне приемлемо.
Корабль успешно посажен. Одна не менее дополнительная и довольно важная вещь – это гравитация планет. На данной планете мы видим гравитацию 0,9G, радиус 609 километров. Гравитация влияет на вашу посадку. Если у вас громадный корабль и тяжелый, а также слабые маневренные двигатели, вы, конечно, будете просто плюхаться на поверхность. Далее, гравитация нам либо помогает, либо ухудшает добычу материалов на планетах. Далее мы посмотрим, на какой принципе это реализовано. Итак, выпускаем наш планетоход. Доступ на поверхность получим. Итак, в целом. Зеленой точкой, синей точкой или сквозным белым или заполненным белым квадратом мы наблюдаем добытые элементы. На поверхности, кроме баз и активно движущихся тел, кораблей, дронов, турелей, мы больше ничего не видим. Стрелка, которая движется по необходимому радиусу, начинает нам размазывать сигналы на поверхность. То есть на данный момент мы видим, что это корабль зеленой точкой и на основном поисковом радаре. Чтобы он нам не мешал и не вводил нас в заблуждение, в звуковых вариантах мы видим сигнализацию корабля и дополнительный сигнал как воздушное средство. Мы его отпускаем на орбиту. Видим, сигнализация небесного тела сработала. Корабль ушел. Смотрим на радар. Подождем необходимое время, чтобы корабль отошел, контакт потерян. Итак, мы видим размазанность радара. Повернем в противоположную сторону. Радар практически пуст. Но звуковые сигналы присутствуют. Чем менее размазана линия или сигнал на всей поверхности поискового индикатора, тем лучше сигнал. Давайте повернем обратно в другую сторону и начнем поиски необходимых элементов. Перед тем, как продолжим логическую цепочку, хотелось бы отметить по управлению планетоходом. К примеру, щиты вы можете отключить в настройках модуля, поскольку они от ударов не защищают, но защищают вас от разнообразных угроз турелей или дронов. Дроны появляются из-под земли, непосредственно возле выброшенного или аварийно выброшенного груза. Это обычные контейнеры. Контейнеры более 2 штук вы перевозить не можете, а материалы более 1000 единиц вы погрузить также не может. Насколько я понял, 90% случаев спавн ресурсов, контейнеров и каких-то дополнительных игровых элементов рандомный. И причем, возможно, сенсионный. То есть ваша сессия – это ваша сессия. Поскольку по наблюдениям при перезагрузке сервера контейнеры пропадали после появления на том же месте. Также
отъехав на 2 километра вперед, вы можете вернуться, и необходимый элемент пласта или метеора появится позади вас. Ну, просто, возможно, упал метеорит. Начнем поиск, ориентируемся на радар, видим, отрисовка идет четче, скорее всего это ниже обрыва, гравитация более-менее устойчивая, довольно неудобно, как футбольный мячик, подпрыгивая, собирать необходимые нам материалы. Как видим, прорисовка улучшается. На звук фактически можно не обращать внимания радара, а именно наблюдать обмазку по всему монитору. И как мы видим, приблизительно два участка нашли. Один будет точно. Совершаем плавненький спуск. Довольно резкий участок. Вот мы видим необходимый первый найденный с вами материал. Мы его выделяем. Металлический метеорит. Смотрим на радар. Он находится левее. То есть наша линия обмазки будет сокращаться. Довольно резкие участки. Высокие холмистости. Главное не упасть вниз. Если данный типаж геймплея вас не устраивает, вы можете просто-напросто пользоваться поиском материалов на обычных ровных полевых участков. Итак, при подходе к скоплению того или иного материала можно активировать турель и выстрелить необходимый кластер. Или выстрелить непосредственно из кабины при наводке. Ну, здесь немного неровная поверхность, поэтому проще было бы выстрелить с турели. И касательно гравитации, вы сейчас посмотрите, как они будут разлетаться. Вот наши осколочки, они разлетаются, гравитация слабая, поэтому съезд вниз нам гарантирован. То есть повторимся, стреляйте по цели не вплотную, как в данном примере,
а перед подъездом, чтобы видеть то или иное направление, куда они будут отскакивать. Поскольку здесь сильно холмистое, прям целый каньон, пришлось подъехать вплотную. Продолжаем путешествие за нашими осколками. На основном радаре они подсвечены белыми квадратами. Также дополнительный металлический метеорит обнаружили. Мы с вами должны обязательно выделиться, а также выдвинуть грузовой ковш. По снаряжению и материалам, которые переполнены. Здесь вам поможет как ремонт, заправка, так и синтез боеприпасов, чтобы немного освободить трюм. К примеру, можно просто выбрасывать железо по 25-50 единиц, поскольку практически в каждом в запасе материалов в точке респауна содержится железо. Но обратите внимание, что возможно потеря места для необходимого вам материала. Должны оставить хотя бы одну единицу. К примеру, у вас полностью забит трюм материалами 1000 единиц, вы сбрасываете остаток железа 50 единиц, а у вас 51 единица. Полностью забиваете серой, и на самый распространенный материал, как железо, у вас больше места нет. По поводу подбора, нам достаточно проехать и откатиться вниз, обратно. По такому же принципу. Колесить кругами вокруг выпавших материалов особого смысла нет. На данный момент хранилище заполнено. Материалами. Так, серая сурьма. Сера 99 единиц. Фосфор 41, хром 67, цирконий. Сурьма. Олово, никель, мышьяк, никель. Вот, можем сбросить 25 единиц никеля, поскольку действительно большой необходимости в материалах, которых множественное число. То есть повторим еще раз по поводу синтеза, если материалы переполнены, трюмовые, мы можем создавать боеприпасы для планетохода, поскольку мы стреляем по материалам, выполнять ремонт, выполнять заправку или просто сбрасывать. Ремонт автоматически происходит при погрузке планетохода на корабль. Заправка происходит автоматически на станции. Почему не происходит заправка от корабля, к примеру, не менее 25% от общего запаса топлива корабля, как бы логически немного непонятно. Итак, продолжим нашу добычу. Очень хороший пример с размазкой радара. Слева от планетохода мы можем наблюдать, где-то лежит пласт.
Справа мы его уже наблюдаем и видим характерную отрисовку. Выход пласт. Итак, гравитация у нас не особо приятна. Поэтому желательно начать стрелять при подходе. Видимо, они разлетаются. Спешить нам некуда, мы можем понаблюдать за необходимыми элементами. Железо. Фосфор, сера, углерод. В принципе, весь необходимый первичный набор. Вот, методом поезда подъехал, откатился, крутиться, искать элементы не требуется. Экономия топлива и энергии машин. С одной стороны. С другой стороны, если оно будет расходоваться быстрее, то будете меньше тратить время на опустошение запаса материалов при обильной и долгой добыче. И подходим к завершению нашей логической цепочки. После сбора информации о общих небесных телах, сканирования планет, дополнительного сканирования планет, сбора необходимых материалов на выделенный чертеж, или если вы еще конкретно не занимались прокачкой оборудования у инженера, то забитие трюмов серой, железом, углеродом и прочими распространенными материалами просто на первое время необходимо. Полученный большой базис информации о системах и планетах, а также запас материала, мы отправляем к инженеру. У нее же отдаем нашу всю картографию и используем необходимые материалы для апдейта нашего оборудования. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Всего доброго.